Всем привет, дорогие друзья, с вами Максис. И сегодня я хочу поиграть в ваши уровни, но созданные от подписчиков в ТикТоке. В общем, я вас просил, если вы из ТикТока, то делать приписку ТТ. Максис Гейминг от Хист 123. Ой, сразу же какой-то Conical Depression начинается. Так, хоп! Так, все, я все правильно сделал и прошел левел. Максис Гейминг скам от Побабума. Блин, прикольно у вас ники. Мне прям очень нравится. Скам. Блин. На этот скам попадалось 99% играющих. Максис Гейминг Хард от Лобка Гейминг. О, опять за Гольден. Как я это делаю? Блин, слишком сильно отлетел. Так вот. Почему этот кораблик от сферы отлетает, как торпеда какая-то? Все, GG наконец-то. Очень классный уровень, мне прям очень понравилось его оформление. Maxis Gaming Easy, но Insane от GD Playboy 220. Ой, 228, конечно же. Какой-то лайаут. Просто вот так вот хоп, потом... Оба, раз, 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 раз. Так, тут сразу нажимаем. Тайминг. Тайминг, тайминг, хоп. Так, погнали. Блин, вот эта концовка, зачем она такая существует? Оба! Maxis Gaming Hard от Кайока. Have you ever? Оба, хоп. Полетели. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Your mind. Ту-ду-ду-ду-ду. Так. Волна. Очень простая. Slaughter House. Почему Slaughter? А, понял. Топчик. GG. GG. Maxis Gaming Normal от Лобка Гейминг. Опять. О, лайаут какой-то. Опа! Давай, хопа! Как можно было вообще здесь умереть? Maxis Gaming от Homa 2011. Пуруру пурум, пумбуру пупупурум. Maxis Gaming Нега от Лобка Гейминг. Опять Лобка Гейминг, сколько можно... Блин, тут какая-то волна странная, смотрите. Я что-то тут просто об воздух умираю, вот. Что это? Ну давайте хотя бы до этой волны дойду. Да боже. Ну и вот эта волна, которая странная очень. Maxis Gaming голос от GD Morris 22808. Ох. Ну блин, ну вот что это такое? Все, я прошел. Блин, ну лайот, конечно, прикольный, но сколько он мне нафиг нервов уже истрепал, потому что здесь столько недоделанных текстур, что я просто нафиг проваливаюсь, непонятно куда. Maxis Gaming от One Storm, кстати, я этого человечка знаю. Поэтому я думаю, что сейчас по-быстрому пройдем. Еее. Maxis Gaming Декор 2 от Побабума. Вау, нифига. Блин. Прикольно очень. Maxis Gaming Супер от ОКГД. Этого человечка я, кстати, тоже знаю. Вау. Мне это напоминает, короче, мод из Майнкрафта. Вот это декорация 0, это террария, я не знаю. Вау!
Мы типа через такую пещерку проходим. Потом тут какой-то Марио идет, я не знаю. Да, это Марио. Максис Гейминг Файр, вот лобка гейминг. Блин, я забыл аж слово. И опять какой-то прикольный. Забавный. Что? Что? Офигеть! Пожалуйста. Новый рекорд. Нажимаем, 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 нажимаем. Тум-тум. Поздно! Пару-ру-пум, нажимаем. Let's go. Капельку нажимаем. Страйфлай. Погибай, страйфлай. Глупый Дэшорб. Нет, нет. Погнали. Да ладно. Я б сейчас мог бы забитать данный челлендж. Да как? Да боже. Да пьяница ты глупая, блин. Обезьяна. Что? Я прошел. Я прошел, я прошел, я прошел. Бомжиха. Глупая. О май гад. О май гад, 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 там... Тамагочи. Йота! Тихо! Я блюднул! Я прошел челлендж! Да ну в жопу, да ладно, 210 бобынок! Максис Гейминг, код Паба Бума. А, это... Понял, ну давайте попробуем. Так, а сколько тут надо? Давай, тут сотку, походу, надо набить, да? Давай, 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 93. Да как я? 99! Ох, ну и веселая же сегодня серия, черт побери. Да, 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 я блинкнул! Maxis Gaming Top от Niferous. Что происходит в этом уровне вообще? Что, что? Ага. Давайте первым путки пройдем. Так. Так. Что-то странное. Что странное в этом уровне происходит? Ну и походу я битну. Нет, не битну. GG. А где тройные шипы? No. Продолжение. Джи-джи, все, я молодец. Блин, ну так не говори, что сейчас шипы будут. Все, я... Maxis Gaming, вот QWERTY GD228. Surf is matters. Come the force. No, go. And island. Behind marshmallows. Incident him. Girl. Блин, чё за... Maxis Gaming Challenge. Вот, Воджа Крэк... Блин, за что? Воджай кипи лю эр тек-ток. Тек-ток. Блин, только не говорю, что я сейчас опять об невидимую стену... Да, тут невидимая стена опять, видите? Maxis Gaming New от Fiverr AGD. Так, вау. Так, тут вот эту... Её надо нажимать, но... Как мне это поможет? Что? А как это проходить тогда, блин? Я хз. Maxis Gaming Drop от GD Playboy 228. Опять геймплей, да капец вы у меня ГПшеры, конечно, ёпарасоте. Я горжусь за вас. Да почему я так рано-то решил опуститься, блин? А, тихо. Все, я больше не смогу. 220 попыток. Блин, я...
Здесь просто тоже дофига Secret Wave, но это тут хотя бы офигенный геймплей. Maxis Gaming Code Zerf... Один. Один, конечно же. Так, зачем тут шейки эффекты в начале, которые бессмысленно и... Блин, перевернутая волна Blast Processing Mini. Ну, в принципе, очень простая. Maxis Gaming Code 5, Venus 5. Как я это прошел? А, там тоже вниз надо опускаться, что ли? Ну-ка сейчас. А, рил. Так, давай. Зажима. Да блин. Да, все, обходу ГГ. Я не заметил вот этот тупой маленький шипик. Блин, чтобы он погиб. Maxis Gaming Icon от ОКГД. О. Блин, стоп, 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 погодите. Вот эта вот иконочка, да, вот эта самая первая иконочка, это иконочка, которой я играл раньше. Это, походу, этот уровень кто-то на калькуляторе сделал, блин! Так, что это? Что это такое? Ай! Если это реально та, то я не знаю, ОКО, я просто вожуха большая. Вот эта иконочка градиентная, которой я играл раньше, потом тут... Вот такая вот иконочка, которая я играл недавно, и вот эту вот, которую я только недавно только поставил. Ну, то есть просто поменял цвета. Блин, очень классно воссоздал. Прям вообще понравилось. Maxis Gaming от Sandryu. Опять стереомодно с бузончик. Какой-то у нас станет серклас уровень. Вот сейчас вот сюда влетаем, и где вылетать-то, ё-моё. Ну, давайте угадать. Вот тут. Нет. Вот тут. Нет. Вот! Ай, блин. Вот тут. О, угадал, ура. Вова! Maxis Gaming топ от Влади Бала. Ты готов? Конечно, готов. Ого, Sonic Wave. Причем максимально жестокий Sonic Wave. Очень сложный Sonic Wave. Очень... Difficult Sonic Wave. Вова! Verify 700 попыток. Блин, я с первой прошел. Maxis Gaming от Vimkill. Так. Ну, такой, знаете, декорчик, когда 2.1 выпустили, в таком декоре в основном строили. Ну, кстати, в фиолетовых тонах, вот фиолетовый прям, я вообще от этого цвета кайфую. Так, тут зажимаю. Опа, Так, тут мы просто скатываемся, я так понимаю, потом мы такие хоп-хоп-хоп, потом мы такие хоп-хоп, потом оп-оп-оп. Тут штум-пау-пау, я чуть не умер об потолок, кстати. Очень повезло. И тут очень простой кораблик, в котором невозможно умереть. Зачем я накаркал? Все. Тихо, я уже хотел отпускать руку от мышки, хотел сказать я. Ну, давай. Опа! Maxis Gaming от Airs Bobus. Чего? Чего? Это декоди? Чего? Эта музыка есть на Newgrounds? И прикольно, кстати, я думал, типа, этой музыки вообще нет на Newgrounds. Я очень удивился, когда тут тырыш выложили в сеть. Ой, не в сеть, а на Newgrounds. И, блин, тут опять этот тупой баг, когда я на волне умираю об воздух. Так, давайте уже пройдем. Ну, вот такого поворота событий я вообще не ожидал. Кстати, напишите, пожалуйста, вам вообще заходят такие видео, когда они нафиг идут? Я не знаю, насколько это видео вообще выйдет. Но мне кажется, примерно минут 15 оно будет идти. Вот напишите, вам заходят вообще такие видео или стоит делать покороче? Или подлиннее? Хотя не, подлиннее на меня не хватит просто столько. Так, нажимаем, все, Руджи. Да боже, тут вообще никаких уровней не осталось. Я вообще во все поиграл, кроме Maxis Gaming, топ от ОКО. ГД. Это очень похоже на, короче, на Challenge X от... Блин, я забыл, как этого чела зовут. RPG Ракете... Нет. Короче... Раньше его челленджи, типа, были в топе самых сложных челленджей. Я забыл, как его зовут. Так, давайте пройдем. Ту-ту-ру-пум-бу-пу-рум-бу-рум-бум. Офигеть! Что? Как я это прошел? Maxis Gaming Боба от Мухатс. Муксатс. Я не знаю, как твой ник читать.
Что это такое? Ну и как это проходить? Тихо! Что? 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 Блин, ну хоп! Оп, оп. Так, нажимаем, нажимаем. Тайминг, тайминг, тут тоже тайминг, тут тоже тайминг. Все, слава богам, я это прошел. Сразу говорю, у меня такой голос из-за того, что я болею. Блин, обязательно надо было сказать в середине и в конце видео об этом, да. Я, в принципе, как всегда. Максис Гейминг Кру, тут Колосяна. Туруру, бум-бум. Прям по-нормальному, теперь тут вверх, потом тут вниз, потом вот такие, типа, хоп. Потом хоп, потом вот такие хоп-хоп. Так, давайте уже пройдем. Тут ничего сложного нету. Хоп-хоп-хоп. Максис Гейминг, вот ОКГД. Страйт флай, я ненавижу страйт флай, потому что я не умею страйт флатить. Спам, ну спамить я тоже, в принципе, не умею. Блин, ну естественно, черт побери, пошел ты нафиг. Все, давайте уже пройдем, блин. One, two, one, one, two. И тут очень простая луна, на которой невозможно... Боже, мне уже плохо становится. Пожалуйста, когда все уровни закончатся, мне плохо. Maxis Gaming Challenge от Freedus 55. Мне плохо, у меня появляются психические травмы, когда я играю в Geometry Dash. Блин, ненавижу, когда вот так вот просто тарелка где-то в жопе мира, и надо подбирать нафиг амплитуду, чтобы она четко залетела между шипами, нафиг, ненавижу. Во, у меня получилось. Так, чтоб тебя передо... Тихо. О, богат! Да, блин, я думал, о, богат, я... Манцю. Так, тихо. Давай. Хоп! Ну, сейчас ты хоть пройдешь. Хопа! Тихо. Извините, это сказывается мое психическое здоровье из-за Geometry Dash. Да тихо, ну почему тут? Опа! Так, сразу. Оп! Оп-оп-оп! Так, давай. Все, давай уже на путку наконец пройдем. Говядина. Все, это победа, это GG. Ребята, это... Это GG! Да! Don't let the down, Maxis Gaming down. Спасибо большое за уровень, очень крутой. Maxis Gaming, вот шурупик. Неплох. Ультра хорош. Блин, а я ультра хорош, смотрите-ка нафиг. Что произошло? Что? Блин, ты бомжара. Все, давайте. Я уже не могу адекватно играть в эту игру. Мне плохо. Никогда не играйте в Geometry Dash. Вы станете кишечно-полостным. В принципе, как и я. Так, нажимаем. Потом такие летим. Оп-оп. Так, все, не тупим. Хор-ла-ла-ла-ла. Потом такие хорда. Опять я умер об воздух. Ну сколько... Да боже, ну ты инвалид. Кстати, я не знаю зачем, но я включил веб-камеру. Вот видели вот это лицо, это, короче, моя веб-камера. Я вот абсолютно так же сейчас выгляжу. Я тащу, пожалуйста, ну вот на этот раз хотя бы победи. Да. Maxis Gaming, два игрока благодаря Врадибалу, блин. Ну и он, походу, смотрел, короче, мой видосик. Вау. Так, тут какой-то у нас Сокупин все... А, куда не раз... А! Вау! Да почему? Да куда? Блин, у меня сейчас горит, но это, наверное, очень смешно со стороны выглядит. О, май гад! Да, блин! Наверх! О, май гад! Боже, я уже представляю, как я на этапе монтажа ржать буду. Пораньше! О, что? Да, пораньше. О, май гад. Тихо. Короче, там дальше какой-то странный баг на уровне, мне очень понравился. Maxis Gaming, вот нуба. Нуба про. Надо похрустеть пальцами и все. Сейчас можно проходить. Вау. Я пропадаю. Да куда?
Я битну. 22-я страница, долбануться. Ё просто. Максис Гейминг, лол, СЧС. Блин, вы поняли. Вот наликок. Так, получается, она прям в упоре вот так вот, потом вот такие... О, эта музыка издолбит нормально, кстати, я узнаю сразу. Ах, детка. Так, летим, летим. Так, ага, ага. Тихо, тихо, я должен пройти. Не обязан! У меня есть множество проблем, с которыми мне нужно бороться. Блин, жиза чел. Максимальная жиза просто. Так, давайте уже пройдем, залобал. Пьяница глупая. Хури ли найс. Максис Гейминг от Эрс Бобус. Да опять что ли? Максис Гейминг от Мидори 07. Ох, долбать. Давай с первой путки битнем. Так, там надо было взять какую-то монетку, но я не обязан ее собирать. Что я крутой. Тихо! Я бинул с первой попытки. Попытки. Максис Гейминг от Апрайс. Так, тут какой-то дедлок у нас пошел. Я прошел. А, спустя 50 попыток, нафиг. Блин. Максис Гейминг, никнейм 09. Я даже знаю, кто это. Я не ошибаюсь. Жесть, 330 демонов, когда ты успел? Дабл клик, 100 бак, джампадс. Как мне это сделать? О, получилось. О, получилось два пройти, ура. Что? Я не мог два пройти, сейчас прошел шесть. Что? Это что за флюки такие, блин? Я не могу, что? Я два или как прошел, сейчас флюкнул до конца. Как нафиг? Как я это делаю? Максис Гейминг Харт, то ОКГД. Ну, кого тут хард, это, блин, это кораблик из Бладбафа. Блин, ну, конечно, вот, я его просто почти всегда с первой попытки провел, потому что это яич, а не кораблик. Но, блин, ну, конечно, сейчас я это не могу пройти, конечно. Вы понимаете, я даже в нормале этот кораблик флюкнул на Бладбафе, ё-моё. Ну, кто за моим тиктоком следит, я думаю, в курсе. Вот, смотрите, вот если я сейчас пойду на копию, я его с первой попытки пройду. Но я не хочу. Охереть! Максис Гейминг 123 от ОКГД. Опять ОКГД? Сколько это для меня уровня? Просто она создавала. Жесть. Ты... Ай да куда? Сколько мне это придется монтировать? Ём. Ладно, я думаю, монтирующая версия меня сейчас подаст знак жизни. Так, я без практики, кстати, играю. Я не знаю, что тут вообще происходит. Так, сейчас вот такой вот сложный клик будет. Так, все, тайминг-то. Давайте уже нормально пройдем все. Тихо, все, спокойно, 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 спокойно. Пу-ру-пу. Как нужно было здесь собирать уроды? Боже, я сейчас 100% тут на монтаже буду сидеть и угорать над тем, как я тут бомблю. Такое простецкое место, я не могу пройти. Я нафиг, что вы мне придолбали, нафиг. Я, блядь, на узбекский... На узбекистанский акцент переключился. Да, все. Так, надо что-то говорить, потому что слишком скучно, мне кажется, будет смотреть вам на то, как я играю в какую-то пипичку. Так, сложная фигня, погнали. Да? Ребята, я бинул уровень! Слава яйцам. Максис Гейминг Геленджи от Ваншторма. О магад, какой сложный челлендж. Я сейчас обдрис... Максис Гейминг топ от Голдмен 67. По музыке я уже понял, что тут не надо прыгать. Блин, ну ты со своим юбентроллит оф дестак и найб. Но сэр, что я несу? Максис Гейминг от Конси, смеющийся смайлик. Просто спокойно проходишь уровень, вспоминаешь мемчик из ТикТока и начинаешь ржать. Блин, ну почему так иногда происходит?
Юлиана! Бэм, 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 Блин, я сейчас гейминг тут. Макс из гейминг тут памперс 45. Почему я от этого ржу? Так, все, давай тут танк делаем и прыгаем. Правда, не знаю, как нормально это пройти, потому что так все идеально. Давай, 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 давай. Да, 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 да. Так, 10. Вспышка света, поберегись. Подлетаем. Зажимаем сразу. Зажимаем, твари! Немножко зажать. Макс, ты крэзи, да вообще нафиг! А что это? Так, тихо. Нажать. Раз, два, три. Я сейчас готов просто раздолбать мой монитор. И пенис тим. Я битнул! Ребят, я битнул! Я битнул этот уровень. Максис Гейминг от Сашанчика. Это что, путь перестал полетать? Да! Я битнул, я битнул! Я битнул, я битнул! Я битнул! Сюда! На базу! На базу! Максис Гейминг робот от Палмалиф 1, 2, 3. Он прикольно за мной следит. Вот это офигенный и доделанный геймплей. А не то, что, блин, я паду вниз, там секрет бэй. Что? Пока, давай пока. ПЛ. Палмалив. Максис Гейминг Вейв от Джатрида. Ой, ну на Вейве, кстати, прикольно. Челленджи мне очень нравятся. Да, я думал, в конце умру, но я не умер. Ну давайте последний на сегодня уровень, потому что у меня уже сейчас голова взорвется. Максис Гейминг чек от Фейн Виз. Ненавижу эти спамы тупые. Да, я так и знал, что это песня. Так, давайте. Не. Ну что же, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Могу с уверенностью заявить, что это мое самое сложное видео на канале, потому что я нафиг на съемки потратил где-то 3 часа, нафиг. Я никогда в ГД столько не играл, блин, в жопу. Ладно, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. Блин, я так говорил. Всем удачи, всем пока.